Поближе станьте к танку, чтобы он не чаржировался, этот дебил, блядь, кусок. Вот, и спокойно убиваем тут. Точки ставим. Заебал летать по всей комнате. Да командир ебаный откидывает, заебал. Ебань, заебал. Двух челиков трясните. Эти бафы заебали. Заебали, блядь. Говно, блядь, заебало, заебало, заебало. Плохой Санта. У меня, блядь, обед. Угарный момент. Ну такой салат, блядь, из зубов торчит, блядь. А как он с этим пацаном-то играл в шашки или во что они там играли? Тот, блядь, берет нахуй. Это передвинет, посмотрит такой на него, блядь. Хуяк обратно поставит. Потом берет, опять передвинет, блядь. Ты, блядь, говорит, будешь ходить или нет? Тут хуяк 6 шашек срубил, нахуй. Тут перераскидывает в потолок, нахуй. Ёбаный в рот, заебал, говорит, нахуй. Топовый фильм, блядь. Давай, говорит, я сделаю сэндвич. Нахуй сэндвичи. Плохой Санта, что, не смотрел? В переводе гоблина смотри, блядь, это пиздец хохма, блядь. Не, ну сначала простой надо посмотреть. Да нахуй этот простой, блядь, я ебал этот простой, блядь. Гоблинский самый нормальный. Ну, по крайней мере, такие фильмы, вот, где маты есть, лучше его смотреть. Но хули смысла в простом, там просто без мата будет и все. Ну, можно тогда кубик в кубике. А, ну, это я не знаю. Мне кажется, позже появился, чем этот фильм, этот кубик. Я кубик смотрел только эту озвучку, когда был сериал «Эш против зловещих мертвецов». Вот там пиздец. Но первую серию надо смотреть от гоблина, нахуй. Первая серия, она топовая, она прям как фильм, блядь. А чё, нормальный сериальчик? Ну, так себе, блядь, но... В переводе гоблина нормальный, да? Это трешак. Не, там даже не в гоблине дело. Это трешак лютый. Ну типа, блядь, во втором сезоне, первая что ли серия и вторая, там вообще пиздец. Я не знаю, как до этого люди додумываются, блядь, но это пиздец. Ну там, короче, в морг какой-то пошел, блядь. Там, короче, этот, какой-то трупак, блядь, ну там трупаки лежат. И, короче, блядь, какой-то монстр, нахуй, ну там все же эти монстры, блядь, типа зло вселяется, блядь, и все, и пиздец. И, короче, это... А этот сериал, что, по мотивам фильма, да, был снят? Ну да, типа, да, это как продолжение идет. И чё там ГГшник, сколько ему лет, бля? Старый хрен какой-то? Старый такой, ну, бля, вообще пиздец. Я тебе говорю, посмотри первую серию, ну, чисто для ознакомления, она там 40 минут идет. А так, сериал весь сам, ну, не советую смотреть. Полное поебень, блядь. Ну, я посмотрел, ну, параша, блядь. Ну, вот в этой, во второй серии, там, короче, какие-то кишки, короче, из трупа его, блядь, давай, блядь. Типа за горло хватать и хуяк его засасывает. Короче, я не буду это говорить, просто ну это надо видеть, блядь. Ну там дичи хватает, блядь.
Ах ты тварь, ты меня откидываешь, блядь. На тебе притяжку, блядь. Я с верхов, когда начал смотреть, это все пиздец. А что с верхи? Обычно это, блядь. Сверхи. 15 сезонов? Я просто исчез из жизни, блядь. Ну, прикольная тема, но... Там бывает такое, что смотришь серию, она, ну, скучная такая. Все одно и то же заебало уже. Это расследование, все это хуйня, блядь. Вот, бывает. А бывает серия, где, блядь, какой-нибудь поебень происходит, ну... Прям поржать можно, блядь. Но бывает, где сюжет, прям ебать, интересно. Я сколько, 7 сезонов посмотрел, на работу приходил, в телефон утыкался, короче. Они говорят, блядь, работать ты будешь? Нахуй надо, блядь. Затянуло, да? Пиздец вообще. Ну, неплохая тема. Я не смотрю сериал, у которого больше 3 сезонов. Залупа просто. А «Игру престолов» не смотрел, что ли? Сыны анархии там какие-нибудь. Ну там после 5 сезона уже наркомания. Их, блядь, каждые 2 серии они умирают и их воскрешают. Так это же прикол самый, блядь, тот, что в этом сериале, нахуй, все главных героев просто ебашили, нахуй. Думаешь, вот-вот, вроде один сейчас останется. На, нахуй, захуярили. Ну а потом, да, потом воскрешать начали. Тактика? Ну ты и придерживался. Да та же, что в обычке. Тут отличается только, что урона немножко больше по вам идет. Ну и укусы, блядь. Типа, если проебешь укус, это вообще пиздец. Ну, может не хватить ДПС. Все, я вон Дудуна добрал, нахуй. А то я смотрю, что-то чилят пацаны, сидят, блин, боятся тусануть, что ли. Все, мистери с умоним. Кто там еще у нас офнутый? Подушка. Подушка, ты где? На еду готовить пошла. Написала, что ли? Где-то, или что-то у нее там интернет, или что. Пусть знает. Она прилог делала, он говорит, я перезахожу, типа, мне лагает, я перезахожу. И вот это до сих пор перезахожу. Ладно, давайте пока хилов расставим, тактику разберем, блядь. В общем, все то же самое, только в этот раз я метки поставлю, нахуй. Чтобы на взлетке, блядь, никакой пидор не подходил к этим меткам, кроме хилов. Потому что если вы убьете хилов, нахуй, мы все подохнем, блядь. Хилы и укусы, и вообще никто на взлетке не должен сдохнуть, это самое главное. Так, что это такое? Карла Масса. А припотов делаешь? Да, сделаем. Дикой магии его. Ну так это, блядь, мне колбы-то укрепленные, дай 50 штук, блядь. Ай, блядь, ебать. А можете порт поставить? Я забыл совсем что про них. Подожди, не надо порт. Тут 50, вроде есть. 50 штук колбы укрепленные. А у Дживса есть? Ну-ка. Нет. Они у этого есть, у мамонта. Ну, короче. Да, поставил порт. Короче, твоя луна, Шектор, как обычно, центральная. Так, ну подушку мы поставим, наверное. Пусть знает, где-то сзади ее ставить или, блядь, рядом, но. Ой, бля. Да он печеньку ставь ей. Давай печеньку, похуй, пускай на печеньку. Как раз цеповиками будет, да, централка. Бидон звезду. Геншин ромбик. Подушку лучше, я так скажу, подальше от рейда ставить. Потому что она чуть-чуть, то ли у нее подлагивает из-за этого, она частенько лужи разливает в рейде. Типа подальше с краю. Ну давай. Можно тогда... к стенке поставить ее. Так это метки на перефазу там не будет лучше. Ну, не только на перефазе. Я, допустим, вот 4 вот эти метки квадратом, я бы там и стоял хилами. Ну, смысл, блять. А потом уж на перефазе, когда после фера вы с центра уже разбегаетесь от этих меток. Но я с Шектором все равно под боссом будем ману резать. Не, мы охуеем без мана. Это стоит. Да. Там маны нужно очень много. А какая укрепленная, да, колба надо? Тогда тебе надо ближнюю метку поставить. Тогда тебе фарла надо звезду, чтобы тебе далеко бежать не надо было. А бидон... Вот ее подушечку вот сюда, вот, наверное, в ромбик. Подушку в ромбик, а геншина в кружок тогда. Вот так заебись будет. Она как раз цеповухами всех достанет. Угу. Что-то подушки нету, нихуя. Она здесь
А хуй знает. Чё-то не видать. Сомните. Походу она компьютер переребутит весь полностью. Возможно. Так, пойду фласки покидаю. Посчитайте сколько... А, нам сапроты нужны, да? Ну чё, да? Да, сапроты. Да и на профа тоже, нахуй, там будем слизня хлопать. Ебать, я заебусь сейчас, нахуй. Ебаный урод, вы чё там кидаете? А. Так, 3, 3, так это 10, 20. Сапруты кончаются, сука, надо взять. Так, Фера, а как вы все маски собрали? Там пиздец, ну, такой рандом. Так это чеводрочеры, нахуй. Овер 9000. Что, два года, что делать? Почему маски-то за год можно сделать? Да, а, раз в неделю. Там. Ебать, вы пиздите сопроты, бля. Как эти, как горячие пирожки, бля. Пылесос. Пиздец, а три исчезают, нахуй, только класть успеваю, бля. Еще бы можно было ложить, чтобы оно, сука, не стакалось, нахуй. О, что-то затормозилось, бля. Кто не в курсе, там третья ячейка с армейца. Созвание, получаете эти, блядь, сухпайки, блядь. В смысле, жидкие пайки, блядь. В виде сопрота. Ну что там, блядь, с подушкой? Пиздец наступил, да? Есть какой-то, блядь, альтернативный вариант у нас? Онлайн никого нету. Фокс не играет, блядь. Друида брать этого? Где Синтек? Синтека нету на этой неделе. На следующем КД, может, появится. Ой, блядь, друида брать. Акису или призадов в тела, блядь. А друид уже ливнул куда-то. А холидринг? Холидринг уходит скоро. Тут друид очень сильно ауешный заходит. Друид, скорее всего, сдохнет, блядь. Он даже офнулся, его нет онлайн. Сука. Ну вот, блядь, тела не хватает. Где-то надо найти, блядь. А на Фокс не пойдет? Не спрашивали его? Не, он в 17 уходит, говорил. Фокс Холидринг. Новый прист. Прист 45-й, блядь. Ну, чисто, блядь, вагон, блядь. Фрост какой-то, блядь. Максим Файер. Может, Максим Файер? Давай Максим Файер. Хули похуй, блядь. Максим Лёд, Максим Файер, Максим Аркан. Кстати, Арканов там вроде апнули. Да они сегодня стояли, блядь, в этом... Пал в клоаке. Да, в клоаке, блядь, смотрю, маги, блядь, Маспек. Душку убираем. Так, кто хилит, Акиса или Призен будет? Ролл кидайте. Нет, нет. Кинут ролл. Ты дамаж. По подушку берем, Максим Файеры. Так. Давай вот так, блядь. Хотя почему, блядь? Сука, как бы сделать-то, блядь? О, подушка пришла. Ну, ёбаный в рот. Сука. Подушка, блядь, ты тут?
Вот она тут, слышно что-то было. Мы уже, блядь, извелись все на нет. Что за... Если этот голос брать за подушечку, она как-то быстро помолодела, причем очень сильно. А я всегда была молодой, в смысле? Но на звук «э» ты явно не тянешь. Там ребенок, наверное. О, да, да. Подушкин. Мама, мама. О, а это второй ребенок. Этот, Максим Файер, отдыхаешь, отбой, да? Сука. Ой, блядь. Так, с антифером давайте подумаем, блядь. Самые у нас опасливые пати, это что у нас, блядь? Биг Дэп сюда, он живучий, Акиса будешь ставить тотем, Призен будешь ставить тотем, и, сука, кого-то надо выкинуть будет. Ну, не подушку, наверное. Бидона выкинем. Давай сюда, кого, Мистери закинь, нет или это, давай Мистери. Вот, ну, в принципе, трейнера есть, гимнов дохуя. А, и лучше тебя, Бидон, конечно. Конечно, вот сюда, блядь, чтоб ты магом резнул ману. О. Это я, блядь, идею придумал. Вот, значит, ты... Если тотем будешь ставить, то на свое усмотрение, чисто Бидон. Вот. Потому что резать ты будешь магом или Нурию. Вот. И, в принципе, тотем свой скоординируй с этим, с Эльнурию, с гимном. Если будешь давать, чтобы он вместе с тобой дал ТПМ, там, или как-то напишите. Вот, а тотем на ману подушки, бля, подушки нельзя сдохнуть. Ее захиливайте, смотрите, если будет в этой... Вообще в тень побежит, там захиливайте. Вот, ну 4 пати у нас с антифером будет. Тотем и трепета шамана выставляйте. Первую пати, я думаю, там не сдохнут, блядь. Их захилим как-нибудь. Вот, подушка ты... Все, в диси готово. Да. Бери в третьей ячейке сопрот, пей. Две банки, ешьте рыбу. Ты стоишь подушкой, короче, в ромбике. Мы так подумали, потому что... Что ты, мистери, мне кидаешь там? А, блядь, я не крафтил нихуя, сука. 50 банок, нахуй. Ты подушка, короче, в ромбике стоишь. Ну, остальным я там метки поставил. Ты там прям встань с пула, так и стой там. Ну, тени выносить, смотри, это, ближе к ступенькам туда выносить. Только не сильно далеко, чтобы до тебя хилы доставали. Вот, остальные хилы тоже там по меткам. Луна метка, это Шектора метка. Это он так под боссом стоит, вот. И на взлетке он туда в центр побежит. Все остальные ДДР, ДД, милики там, рассасывайтесь куда угодно, только к этим меткам на 8 метров ближе не подходите. Там хилы стоят. Ну и на взлетке самое главное, вот на этом боссе, это прожать все сейвы на взлетке. Прям во что бы то ни было, нельзя сдыхать на взлетке. Дамаг будет очень большой, для этого вы все сопроты пьете. Вот, будут и сейвы, и все будет. Теперь присты, напоминаю, по сейвам вы прожимаете все защиту от страха на пули. Вот она до второго эфира откатится. То есть на первый эфир у вас будет невосприимчивость. А нужно будет сдиспелить точечно человека, который будет бежать с тенями, с роящимися. Вот он может забежать в лужу и сдохнуть там. Это нужно сдиспелить, чтобы контроль вернулся к человеку, он выбежал с этой лужи. Вот, дальше. СС надо? Сейчас скажу. Значит, на гимны на ХП. Значит, на первой взлетке Лингрен дает сокру. И Фарла дает сокру. И этот, как он называется? Хули вы мне там обмен кидаете? Третья ячейка, говорю. Этот. Фарла. Мастер аур на тьму. И массакру тоже продлеваете. Ну, там, не знаю, одновременно работает или нет. Вроде продлевать надо. Или одновременно тоже работает. Снижается как-то. Хуй знает. Так, гимны на ХП на первой взлетке будут давать Геншин и Эльнурио, а на второй взлетке Песа и Шелфир. Запомните там, запишите где-нибудь. Вот. Так, а на второй взлетке сейвы даем я и Шектор. Даем сейвы. Вот я Т4 даю. И смотрите тоже, инструкция на время взлетки. То есть... Ностальгия, там, блядь, дубовую кожу рвись, все дубовые кожи друиды нажимайте. Маги на первой взлетке нажимайте щит маны, блядь. Вот, там, жрите камни, блядь. А на вторую взлетку оставьте глыбу, потому что если вы, блядь, сдохнете на... Ну, короче, ну, здесь 10 раз повторять не буду, задача не сдохнуть на взлетке, иначе босса не убить. Шаманы, кто не хилы, кто там, Призен,
Акиса, кастуем на взлетке через себя цепухи. Вот, ретрики. Ретриков нету нихуя. Сколько я скрафтил, так я не понимаю, блядь. Так. Спасибо большое. Пьем сапроты. Че, когда курицу можно? Курицу? А сколько там секунд надо, да, да было, чтобы было? А, ну когда как? Ну то есть могу уже все, да? Ну ставь, да. Так, проверка. Это, отойдите подальше, не сагрите босса, блять, а то там близко вы сильно бегаете. Вот там, ну, как обычно, напоминаю, этот Лингрен Таун ты не жмешь, ничего там. Так, топа где? Да я штука-то за... А, все, прыгай. Скажешь, когда что, можно отчет давать? Все, можно. Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, тени, соответственно, и лучики вы должны выносить пиздец, как на автомате, нахуй. Если вы эту простую хуйню не будете делать, блядь, пиздец вам будет. Так. Эй, я укусишь Песа. У тебя у Песа что-то маловато. Ладно, Эльнури его укусишь. Вот оба остальных двоих укусим. Эльнури его выбирай, ищи там заранее. У тебя 35 секунд. Вандикон. Захиливаем. Эльнурио Шалфира. Никого попало на Шалфира. Лучики быстрее сбегаемся. Шалфира, найди заранее. У вас 50 секунд. А Эйя, укусишь Песа. Шалфир, подойди, я с правой стороны стою. Возле меня стоим сам. Давайте ищите друг друга. Я около тебя. И ты сзади? Да. И как-то учитесь эту хуйню упрощать, вот этот поиск, чтобы он был по фреймам, самостоятельно выбрали, посмотрели, кто подсветился, подошли, блядь. То это вообще пиздец. Если 8 человек будут объявлять 8 людям, где они находятся. Вот эти тени, Равис несет, его захилить. Сейчас надо его здиспелить. Присты готовимся. Захилить на фул его, диспелить его. Сука, ну. Ёбаный в рот. Давай. Бидон захилься. Сакры пошли. Гимн ХП Геншин. И Эльнурио. Быстрее. Фарла продлевай там. Ага. Так. Подушка. В луже нет. Вставалку юзай. Захил подушку. Ставь подушку тотем, водикон на подушке. Шалфир, давай на ману. Так, Эльнурио кусаешь мистери, Шалфир кусаешь водикона, Песа кусаешь рависта, Эйя кусаешь притона. Выбираем мистери еще. Мистери возле печеньки ставь. Мистери возле печеньки. Без флуда, бля, ребята, нахуй. Самостоятельно ищем людей. Сейчас 8 человек будут кусать, так же будете, блядь. Захиливаем на фулл рейд, не проебитесь. Тени мистери. Давай, 10-й укус, вот. Да ёбаный в рот. Рави стрессы дудуна. Это укус был, сука. Или что, блядь? Да, укус. Говно ебаное, блядь. Сука, фулл баф по нему. Притон топу, Эльнурио спирита. Подушка. Пиздец, ебаный в рот. Вы дрочите, что ли? Водикон подушку ресы. Иннер ровистый зальешь, ностальгия.
Короче, передавайте укусы ДД, хули я дрочиться буду с вами, блять. Выбирайте ДД, подушку захилить. Да ебать его в рот, нахуй, вы что, дрочите? Давайте гимны оставшиеся на ХП даем. Так, пытаемся захилить. Укусы сейчас передайте через 5 секунд, нахуй. Ну, это, скорее всего, за лука, нахуй. Сейчас вы мне будете рассказывать, как вы дохнете, нахуй. Может, герой попробовать? Вот, Притон, какого хуя ты укус не передал? Потому что я не успел, так сносил бы. Ну ты выбрал хоть кого кусать? Как-то не успел. Да, жизнь, я топу выбирал. Меня собака. Если успел. Давайте Геру, давайте, а чё там? Да я не знаю, мне кажется, там не хватит, блядь. Бьём. 30 лямов. Ну, блядь, залейте энергеншину, пожалуйста. Берс. Не хватает. Ты смотри, 20 лямов и берса 5 секунд. Падайте. Это, ну... Во-первых, укус Дудуна сдох. Вот начнем с Дудуна. Как ты сдох? Подушка. Как ты сдохла? Во всех подробностях, все разы. Как сдохла, блядь? Дудун, блядь, как сдох? Объясняйте, блядь. Смотрю детали смерти. Так, Дудун. Кровавый всплеск, пакт. Что тебя ебануло-то, блядь? Пакт не сносили, что ли, или что? Как понять-то, нахуй? А, вот, укус. Наверное, на укусе он сдох. Эльнури укусил, да? Дудуна. Ты Дудуна укусил вместо того, кого я говорил, что ли? Там мистер вправо куда-то съебался. Понятно, нахуй. В смысле, я выносил тени, потом обратно пришел в печеньку. У меня нет времени ждать. Понимаешь? Как, блядь, в чем проблема? В чем что мне делать, если у меня, допустим, тени? Ты не виноват, ты не виноват. Я укусил ДДшника, все. Ну тогда. Короче, блядь, я не знаю, как проебали Дудуна, блядь. Ну, там чисто вот укус этот, сколько там, 7 тысяч. Сплеск, блядь, 8 тысяч. Ну, по хуйне параша вот это вот, блядь, чисто ОЕшка, блядь. Ну, потому что она сдохшая лежит весь бой. Подушка, ты тут? Что у тебя там? Как дела? Да, она меня просто шотает. Я, снесла... Вот эти лучи на спиде просто быстро. Оно меня взяло и шотнуло, когда я просто пошла назад. Ну, она кинула правильно соплю в тебе. Ты не отхилилась. На лоб встать и отхилиться. Ну, наверное, надо. Водичку на себя кидай, ну и на себя там... Да, просто всем под боссом надо стоять, такого не будет. Ну, это Гера, во-первых. Ой, блин, ну кто зацепил? Че, Валька, блин, сзади? Вальку бить решили, нахуй, вместо боссов, блядь. Отагрелась. Назад пошла. Ты сопрот-то хоть выпила, подушка? Да, конечно, вначале. А чё? Бля, еще один. Чё за хуйня? Да думал, вот на самом конце, сука, согрелась. Я не знаю, нахуй. Короче, этот, Фарла, нахуй. Этот, Шектор, оставляй частицу на Лингрене, на меня похуй. Фарла... Ну, смотри, я на нее смотрю, у нее нету сопрота, нету масла. Ну так пусть пьет, блядь. Этот самый Фарла, частицу на подушку перекидывай, блядь. И пускай, ну, я не знаю, нахуй, нельзя, чтобы сдыхали хилы. Вообще нельзя, блядь. Подушка. Дудун, блядь. Вот, блядь, вот у нас нету эрдрушника, который захотает людей, да? Я не знаю, нахуй, как сделать, чтобы вы выживали, блядь. Ну, я хуй знаю, сейчас пойдете за 9 тысяч, за 6 тысяч ОД покупать ключи маги, нахуй. Дудуны, жуй болты, блядь, все, нахуй. Ну, это потому что пиздец, нахуй. Ну, вас хуй захилишь, у вас 20 тысяч хп, нахуй. Как с вами, блядь, быть-то, нахуй? Ставьте этот, доспех там есть. Какой вы доспех включаете? Вот который магический, нахуй, не вот этот раскаленный, нахуй. Потом, блядь, подамажите это.
Хотя бы на взлетке, сука, свищите доспех, поставьте себе. Ты имеешь в виду этот доспех маны, который поглощает урон? Нет, который... Он сопрота дает этот доспех. Который сопротивление дает, аркановский. Аркановский. Вот, у нас с ДПСом пиздец проблемы. 16 лямов это очень дохуя. У нас лежало, во-первых, братан, один укус, во-вторых, лежало... 4-5 ДДшников. Во-первых, блин. Во-первых, один укус слег, который должен был передать. Вместо 16 укусов у нас было сколько? Давай посчитаем. Ну, минус 2 укуса на минуту. Это не 16 лямов урона. 5 ДД лежало, я ж тебе говорю, ты слышишь? Ой, блядь, математики хуевые, блядь. Давайте для начала, вы никто не сдохнет, блядь, ни разу, нахуй. И мы уже посмотрим, ну, до берсы, когда будет 40 секунд, я уже посмотрю, сколько там будет у босса, сколько чего там, блядь. Тут хватает ДПС у нас. Сука, это, суммоним рависта и кого там еще. Трепет этот тем ставить и диспелить из людей фир. Он с первой пати тоже диспелить с ностальгии, блядь, чтобы он тоже не сдох. На подушку частицу фарла. Короче, все то же самое, только на подушку частицу и хилы. Я хуй знает как, но короче это... Шоками закидывайте вот эти Т4, давай на взлетке шоки закидывай. В дудуна, жуй болта, вот в этих типов нахуй, они не хилятся. А у остальных... Тряпок, да. У остальных сейвов как-то побольше, блядь. Они, ну, поживучие. Ну и сами себя не забывайте, блядь. Локи, напоминаю, нахуй некромантика, притон мистери. Заслон от темной магии, щит ставите этот, блять. И этот похищение жизни кастуете 5 секунд. Вот когда этот идет, блять, фир нахуй, чтобы меньше хилам прохиливать, потому что цепуха у Ршамы, она идет по меньшему хп, блять. По человеку с меньшим хп. Вот. В приоритете должны прохиливаться вот эти вот маги там. Ну, короче, блять. Так, рыбу ставлю. Подушка, особое внимание. Цепухи просто кастуешь на похуй и все. Кастуешь через себя, кастуй прям, поебать. Бидон через мелизону покастует, ты через себя кастуй. На меня СС повешать? Давай, некромантика СС на подушку. Притон. Ой, блять. Ну давай на Геншина. Равист на Шектора. Ну а ностальгия, нет, давай. У меня и баблы, я выживаю спокойно. Ну похуй, пускай будет этот самый. Давай на тогда. Тряпок лучше давай, которые умирают. Да как хули толку, если они с укусом умрут, там уже похую на этот СС будет. Ностальгия, давай. Ностальгия, давай на этого. Хуй с ним, на фарла дай, блядь. Это возьмите камни все. Сука, не дрочите, блядь. Просто, сука, выживите и все. Этот, еще давай, знаешь, что нахуй подключим. Лингрен на взлетке даешь каплю. Подушки? Ну да, давай подушки. Ну а на второй взлетке, когда. На первой взлетке фарла, смотри, будешь. Когда этот. Через бабл прожимай сокру на первой взлетке фарла. И этот мастераур. И каплю еще закинь по бидону одно. А Шектор. Ты будешь закидывать на второй взлетке каплю по подушке. Угу. Вот. С этим, с баблом, с всей хуйней. Ну, если бабла не будет, там на себя полтинник там примешь, я хуй знает, что-нибудь там. Ну, если полтинник, нет, через себя хиль тогда. А, и еще на второй взлетке подключаем все 4 друида, все 3 спокойствие. Все, Биг Деп готов. Готовы, даю отчет. У щука. Пизда. Ну сбежитесь. Что это за залупа, блядь? Ты мне... залагал? Оторвали. Мне диван дал просто. А, я думаю, блин, что не агрешь, ну понятно. Ложитесь. Это ГП. Ну да, Шектор, блядь, пиздец. Нормально, блядь.
Ложитесь, падайте вон в лужу, заходите. Хули там прыгайте, заходите в лужу, блядь. В смысле, Шектор? Я не кидал. Ну я не знаю, ты сдох, у меня диван, блядь. У меня нету дивана, но я не кидал. Ну а кто? А кто это кидал, блядь? А кто из паладинов это кинул? Фарла? Я по Геншину после вайпа дал. Ну, я сейчас тоже дал, как бы. Блять. Я не знаю, нахуй. Ну, типа, мне похуй. Я смотрю, не агрит, но и стоит в диване такой. Говорит, я в диване. Может, ГМ, нахуй, сверху где-то летает. Давайте, смотрите, блядь. Думаешь? Ну ты сдохший был, я видел, нахуй. Так что, ну, кто кого. Сорвали агро, он меня полетел и чпокнул меня. Я агро никто не срывал. Когда на мне диван, на мне агро в ноль превратилось. Я не кидал, вот я хочешь скрин сейчас сделать? Не-не-не, Лана пошла, когда в рейд, его убила просто первого. Да, на него она пошла, а потом на меня. Да. Тогда кто фарла кинул, что ли? Я по Геншину кинул диван. Ну, типа, вот смотри, логи смерти открываем, да, и там написано пакт 100%, а после, ну, этого он умирает. Нету автоатаки. Ну, типа, автоатаки нет. То есть было 100% и просто смерть. То есть, ну, это диван, либо что-то еще. Но это точно не автоатака и не агро. Вот Вадикон у него автоатака, у Притона у него его просто он задушил его. Короче, ты как-то кнопки там проверь, там на хилботе, я хуй знает. Ну ты в диван просто дал. А почему не сдох? Я не давал, я тебе говорю, я спринт-скрин вот сейчас тебе скидываю, вот буквально ничего нет. Ну кто дал, блядь? 3 минуты это КД. Если у меня он в КД, он у меня будет на панели в КД. Ну откуда тогда у меня диван? Это мы вайпнулись. На самом дальнике. Мы вайпнулись, говорю. Все, КД убралось. КД убралось, да. Ты просто дал диван. На сам спел-то должно быть КД. У меня не нету, стоит нету. На хиллботе и не стоит этого, что гоните, это дискашек. Ой, блядь, ладно, заебали, блядь, бегите сюда, нахуй, быстрее, просто отменю ГП, заебали пиздеть, нахуй. Принимайте сумон, ебаный, блядь, вставайте, в инс заходите. Сука, бомжи ебучие, блядь. Я потом на видео посмотрю, кто сдох просто, и ебу ГП, блядь, 300, нахуй. Не похуй, КД, не КД там, блядь. А я смотрю, еще кровавая королева что-то ходит. Одному тюкнуло, второму тюкнуло. Ну, я тоже смотрю. Я думаю, блядь, кто-то там стаунтил или что, нахуй. Ну, что за хуйня, нахуй. Смотрю, на мне диван, блядь, потом. Я ее стаунтить пытаюсь, она не реагирует, блядь. Заебись, охуенно играем. Вместо, блядь, траев, это бегаем, нахуй, с респа, блядь. Принимай ностальгию, Сумон. Жрём рыбу. Что-то какая-то ошибка произошла, блин. А Сирус заскамил. Угу. Именно так. Ланатель украла заклинание... Типа этого нахуй, как он, божественное вмешательство? Да это пиздец, я такой первый раз в жизни вижу нахуй. Такой просто на ржаке нереально. Знаете, вот есть это, так скажем, титанические плиты эти все двигаются в плане того, что ПВЕшеры ничего не могут в ПВП, ну и там объясняют, что да ну нахуй, типа туда-сюда. И наблюдая, как диван дают при пуле, это просто пиздец. Равист готов? И вот все, что мы реально можем в ПВЕ, это вот стоять в луне, кружок, бля, да, дайте луна. Где-то был Дживс. И увидишь не факт. Вон он Дживс, чинитесь. Готов? Это слишком сложно. Фарма. Че, ты реги на диван купил, блядь, там? На кулак. Или продал нам? Продайте реги на диван, нахуй. Сейчас диваны не нужны, блядь. Да я чё? Дайте кулак по шаманам. Давайте резче с кулаками, нахуй. Что там дрочите, блядь? Уже ебашим. Охуеть, блядь. У меня паранойя теперь, блядь. Смотрю, блядь, какой паладин сдохнет. Вот, чё за хуйня пошла?
Никакая хуйня, укус просто Лана дала, блядь. Так, ну то же самое, Эйя. Чё там по ДПС? Также Эльнурио. Также потом Эльнурио Шалфира, а Эйя ПСа. Четверым скажу. Ладно, и восьми постараюсь сказать, да. С лучами и с выносом теней. Смотрите, учитесь это все хуйню делать на автоматизме, без всяких там нагоняев, блядь. Потому что сейчас мне 8 человек надо будет называть, кто кого кусает. Если будете с этой хуйней ебанить, блядь, мы выпанемся, блядь. Радикон по Геншину, Инер. Равис тоже давай по Геншину. Ностальгия по Шектору заливай. Укусы. Вот сейчас Лингрен готовься. Захилимся на фул. Себя хилим, сука, иначе. Геншин Эльнурио на хп. Эльнурио не вижу, блять. Гимна, сука. Умер, он все. Можно падать уже. Да, падаем. А кто лужу под боссом разлил? Какой-то уебок. Я спас подушку все равно. Вот, блядь, вы на взлетке сдохли как, во-первых? Эльнурио, где гимн на хп, блядь? Вы даете гимны на хп, блядь, для того, чтобы, блядь, не сдохнуть? Ну да, если он укусом на первой взлетке, он бегает с человеком, чтобы укус передать, там совпадает время. Тик в тик. Он взлетает, начинает кастовать, в этот момент надо укус передавать. Ну так передал он или нет, или что? Передал? До, не успел передать еще? А, я передал. Вот не знаю, кто как, но я весь страй думал о диване при пуле. Вот я на полном серьезе сижу и думаю, да ну нахуй. Я тоже думал, блядь. Я потом стал думать, как же так, нахуй, почему мы вайпаемся, блядь. Хуй знает, что ну по-моему, что там по ХПС нахуй. Не о том думайте. Да, ХПС вроде. Ай, сука, блядь. Синтек надо нахуй. Прикрывать вот эти, блядь, пиздец. Блядь, последняя шутка, мужики, и все. Это смотрели фильм «Все везде и сразу»? Не. Ну, блядь, тогда, так скажем, шутка будет неуместна. Кто ему смотрел, можете написать плюс, да, 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 нет, нет. Ну и вот, грубо говоря, вот диван это вот маловероятное событие, которое тебя телепортирует в другую, так скажем, параллельную вселенную. Вот диван при пуле никто не ожидает. Мы в другую вселенную попали. Это очень жестокая шутка, пацаны. Насчет припотов, кстати, хороший вопрос. Че, они пьют нихуя, да? Геншин говорит, 6 человек пьет припот. Mm-hmm. А, Шалфир. Геншин ничего не говорит. Шалфир, извиняюсь. Ну, значит, нахуй не надо им ничего, блядь. Да, я хочу посмотреть на живой рейд перед Берсой. Если там будет не хватать сколько-то там миллионов, то надо припоты пить. Да их по-любому надо пить.
Ну, типа, те, кто не пьют, они знают, чем они руководствуются. Чтобы, блядь, сорвать на себя укус вначале, блядь, а потом бегать на варе, нахуй, весь рейд кусать. Ну, но хотя такое... бы можно же, когда Геру дают под укусами под 16, выпить припотик. Ну, он под Герой и выпьется. Мы только до этого, мы только до этого еще не дошли. Еще. Ну, практически ее убивали. Ладно, давайте, давайте восстановим проблему. Вот сейчас я на первой взлетке увидел, сдохло 3 человека, правильно? Эльнурю, еще 2 кто были. Как вы сдохли? Вот давайте подумаем. Топа жиболт. Топа и жиболт. Жиболт. Щитманы нажимал. Камень жрал. Сейчас пойдете, сука, покупать ключи, нахуй. Маги, поставьте столик, пожалуйста. Этот магический доспех ставил, который визит Сапрот дает. Сапрот выпьет у всех. Спасибо. Сопротивление. Может, по магам СС дать. И хули толку, блядь. Вот если он с укусом сдохнет, хули толку, блядь. Его потом бафнут. На СС. Это его минус укус, это минус ДПС, мы не влезем. Его потом резать, там столько потери, блядь. Короче, магия. Лайфхак. Вот, когда на вас появился укус, это будет как раз ко второй взлетке, потому что до первой вас никто не кусает. И вы всю эту взлетку должны стоять в блоке. Вы не скидываете блоком, блядь, тени, которые вы эдить пытаетесь. Вы вот, блядь, на вас повесили укус, все, у вас должен быть блок. Только началась взлетка, высоко встали в блок, вот она взлетела, пошел каст, начала кастовать, сели в блок и сидите там до самого конца, пока нахуй она не закончит кастовать. Блок 10 секунд, блядь, она кастует там в районе 12 секунд, вы никак не сдохнете. Укус засейвили, вышли, укусили, все, вот вам, пожалуйста, блядь. То есть вы не отдавайте кнопки раньше времени. Хорошо, этот самый, ну, на пыло у нас только 2. Не знаю, есть ли смысл с пыла не бить, блядь. Ладно, давай этот... Топа напулишь на Эльнурио, а спирит на Войда напуливай. Вот. Эя немножко там, один каст немножко пропусти там. Ну вот за первые 10 секунд она считает, кому укус дать. На Эльнурио напулишь. Надеюсь, кулаки там есть на всех. То есть сейчас никому не бить, что ли? Все бьют. Все бьют на пол, просто на выпуске. Даю отчет. Вот, Эльнурио укусишь Песа. Пол хп съедает, нахуй, на туре, блядь, сейчас ключи пойдем покупать. Берите ренжу чуть-чуть. Шалфир Песа. Эльнурио мистери укусишь. Хотя. Ладно, давай, мистер. Скоро будут тени, готовимся. На этих тенях будет фир. Его надо сдиспелить, человека. Киса. Захиливаем его, фул захватываем.
Так, пошли массакры. Геншин Эльдурио на хп. Передали на хп сразу. Эльдурио умер. Зависит. А, это укус, да? Нахуй, падаем сразу. А ты сам бегать не умеешь, что ли? Или как у тебя слезы? Я, наверное, гейм читаю. Отойди сразу, блядь. Типа, ну, все виноваты, а кто не виноват. Так. Это получается с тобой стоял кто? Так нажми и выживи. В чем проблема? Пусть на тебя, блядь, пусть лучше он ДЦшники, блядь, читает гимн нахуй вместо этого. Пусть они лучше, блядь, этими тучи жмут нахуй на этой переходке, чтобы просто не дохнуть с укусами. Ну да, давай один гимн тогда будет от Геншина на взлетке, и тогда друиды отдадите спокойствие. Но на третьей, на второй переходке все равно гимны на хп надо отдать. Без гимнов. На второй вроде нет укуса. Там перерыв есть. Ну да, там нет укуса. Просто он сдох как? Вот с ним стоит мистери рядом. Мистери тоже там, видать, что-то кастовал, блядь, какой-нибудь гимн, наверное. Вот в него прилетела ракета, и в Эльнурио ракета прилетела. Ну вот, считаем, блядь. Покров скорби 3000. Потом ракета мистери 9000. Потом ракета в Эльнурио 8000. И потом через 2 сотых секунды сумеречная кровавая стрела 12000 нахуй. Ну его там шотнуло, там Андрил прохилить. Ну да, там за сотые секунды хули. Вы что, опять Вальку агрите, да? Как дела там у вас, блять? Да умрите там. Они, наверное, в инвизии пробегают, я хуй знает. Да, блять, охуеть. Пробегайте дальше. Бегите. Мистер Рейнс, что сложно набрать было от него, да? Чтоб 9000 он не словил от тебя, блять. Может быть, тогда бы и прохилили. Поставь портал рядом с ним. Чтобы к нему портануться на взлетке, нахуй, или как? Да нет, я просто к нему подбежал, чтобы он меня укусил, чтоб не было как в прошлый раз, что укус не передали. Блять, бомжи, блять. Это, а на хп у нас крик есть, блять? Я хуй знает, что-то у нас такое есть там, блять, чтоб не сдохнуть, блять. А киса, ты как сдох? Тоже там бежал с кем-то рядом, стоял? Ну, я пробегал. Тоже ракета, блять. Ну, да, киса умер, когда уже хилить остановились. Ну вот кровавый всплеск, это когда ракета попадает в человека. Вот он возле Эльнурио тусовался, блять. Они там все втроем, короче, нахуй, как бичи стояли, блять. Мистери почему-то не сдох, видать, это лет бежал или чё, блять, они двое сдохли. Короче, когда вы поймете, блять, что такое рейндж 8 метров, вот тогда начнем убивать этого босса. А пока что вы дохнете, как бичи. Просто пиздец. На хуйне, блядь. На взлетке, я напомню, блядь. Сначала надо, блядь, прожать сейвы, встать на места в рейнже, чтобы вокруг вас никого 8 метров не было. Вот, если вы это не будете делать, ну, мы просто будем вайпаться до второго пришествия здесь. Не думайте ни о каком ДПСе. Укусы передали, и на взлетке вы думаете только о том, как сделать свое ХП на фул, блядь. Если будете заниматься хуйней, нахуй, будете здесь вайпаться и слушать всякое говно, блядь, в свой адрес. Потому что у вас это не получается, сука, встать на рейндж, сделать нормально, все захилиться, блядь. Короче, на первой взлетке Геншин на хп даст. Но этот, все и друида дадите на этот, на хп. На спокойствие, читку. Ну и магия, хуй знает, как-то что-то делаете там. Так,
Привет, я, может быть, отвлекаю, но ты должен знать, кого ты берешь в Ги. Сонако. Авалон. Кто это вообще, нахуй? Я не ебу. Тебе это дало что-нибудь? А? Тебе, говорю, это дало что-нибудь, что он написал? Ну, я не ебу, бля, я написал ему в ПМ, чё? Именно во время РТ надо было это написать. Ну, долбоёб какой-то, наверное. Во время РТ. Ну, он не знает, что РТ, наверное, у меня. Где Жуйболт и Вадикон? Давайте, может быть, шкаф поставим, чтобы у него их, они там Вальку оббегают. Вот Вадикон прибежал, Жуйболт еще оббегает. Чуть не чихнул, блядь. Килы там не забыли, кто в каких метках стоит, а то... Готовность. Ты совсем недавно взял в Гимага МВ Султан, Витёк, мы одевали этого типа. Забей, забей, нули, похуй. Давай, давай играть. Тип кинулась. Короче, пацана одевали и все. Сразу после получения объекта. Давай просто его кикну, да и все. Виктор Фрост. Все, проблема решена, дает что. А что чел сделал? Ну кинул, блять, получил объект, ливнул с гильдии. Это было про напылы забыли, да? Ладно, похуй. Ну и повезло. Никто ничего не забыл. Там что-то обгоняли просто. Только ПС укусин побольше дает. Его найди там заранее, встань, перебазируйся куда-то. Эльнурио, Шалфира укусишь, Веса укусишь, Притона. Пиздец, блядь, ну как? Отжимся. Ложитесь, падайте, заходите в лужу. Малышка, беги! Беги, малышка, беги! Пробило сквозь диван пробило. Не работает уже. Этот Песа возле черных луж не вставая рядом. У них дальность, как они бьют, больше, чем прорисовано. То есть близко с ними не вставай, подальше от них надо стоять. Че, Лану не винишь? Это еще хуйня, Синдру будешь ненавидеть потом. Мы нашли свою вторую леди. Да какая вторая леди, блять? Ну, ошибки пиздец смешные.
На Reddit тоже были смешные ошибки, ну что поделать-то? Синдра не проще, это стопудово. Пруф синдрой очень тяжкий. Это самый простой квартальный босс. Сурфанг проще. Да. Сурфанг, хули, понятно, блядь. Там трэш сделали слабенький. Почему-то на Сирусе, не знаю почему. Но трэш, когда вырастает, он на циркуле он бил по 20 тысяч, нахуй. Он просто тряпок шотал, вот и все, блядь. И там в него играли так, что пиздец, шуба заворачивалась. Но... А тут похуй. Это, давайте с Маной самостоятельно, короче, будем. И Вадикон по Геншину заряжаешь сразу, Ностальгия по Шектору заряжаешь, Аравист на резерве. Смотришь сам, у кого маны меньше, тому заряжаешь. Вот бидон самостоятельно тотем, а подушка тотем... Ну, наверное, Геншин скажешь подушке тотем под свой гимн. Тоже смотри на ману. Ну, там главное, чтобы промежуток вам был после пакта сразу где-то так. После теней, после пакта, чтобы вот этот промежуток вам 8 секунд был, чтобы вы это все сделать смогли, успели. Так что скажите эту хуйню. Это еще на вас смотреть, блядь. А чё, где шкаф исчез, блядь? Дайте еще раз шкаф. Рыбу ешьте. Где мистери? Ой, бля, ребята, бля. Пиздец, бля. В чем сейчас проблема-то была? В чем? Бесса встал возле роящихся теней, бля, и сдох. Больше такого не будет, да, Бесса? Дудун. Все готовы, даю отчет. Антифир на себя просто закинь. Как обычно, ПС Песа Шалфира, Ильнурио, укусишь мистери. Не забывайте, чем быстрее укус передаете, тем тайминг сдвигается. Так что заранее ищите людей, которые вам надо кусать. Сейчас тени 2 секунды, их надо будет сдиспелить человека и захилить этого человека. Вот фарла. Как раз тебе бабл давать. Как раз можешь уже нажимать. То есть на взлетку массакру. Так, Лингрен. Геншин на хп. 3 друида спокойствия. Равис сдох, блять. После вихря ностальгии Рависта ресаешь.
быстренько ностальгия рависта рез и вторая пати. Блять, ну ностальгия, ебаный в рот. Рвис, вставай. Рвис, жуй болта. Фулл баф помогу. Каскула приста баф обновили. Значит, ПС Вадикона, Мистери Притона, Эльнурио Эйю, мага, Шалфиру кусишь Спирита. По миликам пойдет. После этих укусов 8 человек. Ну, постараюсь сказать, в принципе. Тени, секунду, сейчас смотрим, выносить. Готовьтесь. Шуй болт. Захилить его на фулл хп. Так. Притон. Притон Рависта. Спирит Хурюка. Эльнурио жуй болта. Вадикон Дудуна. Шелфир Некромантику. Иннер по фарлу дайте. Песа Призана. Эйя Топу. И Мистери Акису. Все, готовимся. Вот здесь. Масса круче из бабл. Кто там? Фарл. Все оставшиеся на хп, все сейвы, все нажимаем, блять. Глыбы нажимаем. Укусы через 10 секунд, готовьтесь. Сейвы пошли, все гимны на хп. Все, она села, только укусы 8 передайте, и дальше посмотрим, что будет. Иннер дайте. Иннера все этот... ПС дай на ману гейм. Все, поехали, Геру даем. На фулл хп захилить. Тени, некромантику захил на фулл хп. Ну хули вы падаете? ПС не передал укус. Пакт. Убейте Песа. Убейте. Вадикон резай Песа, пускай подамажит. Подушка-то там. Так, ладно. Фулл ДПСим. Хилимся. Еще пакты тени осталось выносить. У нас 25 секунд. Укусы, значит, кто больше всего дамажит, передайте хилам. Вон, два хэпала, Геншин. На танка можете подбежать, кто-то милик там укусить. Ничего страшного. Танков кусать. Передайте, готовьте баблы. Блять, берса 7 секунд. Ну, теперь вот видно, да, что не хватает. 10 лямов. И берса. Все. Да, не, ну 10 лямов на какой-то доход. Да, не хватает. Это было неразумное. Не, ну объективно. Вот если, допустим, взять средненького ДПСера, ну, допустим, даже рависта. Вот, он дамажил 5 лямов. Ну, сдох. Сдох жуйболт. Нет, блядь, конечно. Тут жуйболт, жуйболт, некромантика, ностальгия и дудун. Вот их надо, чтобы эти 4 игрока посильнее намного были. Че, расходимся, получается, мы не тянем, идем на другого. Слушай, я не знаю, блядь. Погоди, ну вот, мы же как-то ее пытались убить, нам чуть-чуть не хватило, у нас один только зафейлился уже, и мы так бы убивали. Но у нас какой-то сетап. У нас другой состав был, у нас медики были, блядь, рарник был, нахуй, там еще кто-то. Мы практически ее добили, там единственный фейл был, слушай, все. Почему сейчас не хватает? Что такого произошло? Потому что у нас другой состав, у нас другой ДПС рейд, и все. Этому не хватает. Я забыл укус сказать этого, что Биг Дэма кусали. Кого-то еще забыл. Ну, кроме Биг Дэма. Нет, вроде. Да, вот Дудунов. Да, там не важно, забей. 10 лямов, это пиздец, сколько это ДПС много, еще это надо. Это два нормальных ДПСера надо. Как минимум. А можно убить, блядь, просто... Хуй знает. Давай еще раз тройнем. У нас, в принципе, хорошая попытка была. Ну, пошли тройнем. Все то же самое повторяем, только, блядь, да. Нельзя этого уронить никого. Вот, особенно мага с укусом. Там рестарт еще. Ребят, я вас этого кулбосса не буду резать. Ну, нахуй.
Сейчас ляжем. Если мы в один фрейм под босса встанем, вы умрете нахуй сразу. Ну, мы так убивали в другой гильдии, нормально все было. Не, можно попробовать. У нас эрдру нет. Дело не в эрдру. Можно хила спекнуть шестого, давай попробуем. Да еще больше ДПС не хватает. ДД не хватает. На кровавых фактах много ДПС теряется, если милики там ходят. Давай, давай попробуем. Надо миликов, наверное, пораньше кусать. Нет, они больше дамажат. Попробуем, давайте в одном паке. Давай, попробуем. Как будут да захиливать. Там единственная фишка, что когда вы в одном паке стоите, там нельзя с тенями проебаться. Тени, да. Вы когда будете тени выносить, вот допустим та же подушка, если она подлагает, блядь, там у вас будет эта лужа нахуй. Вот плюс еще на взлетке, когда босс ну, дает тени и до фира там 5 секунд, вам нужно разбегаться. Набирать рейндж. Ну давай попробуем стоять в одной метке. Пожалуйста. Посмотрим, как будет захиливаться эта хуйня. Ну, в принципе, что там? Два символа света небес есть. Геншин децешит. Потом два эршамы кастуют. Хуй знает. Да, посмотрим. Кто там бежит, и кого быстрее там суманы. Далеко точнее. Короче, тактика такая. Вот мы стоим, весь рейд стоит вот в звезде. Вот. Вот, ну, где жопа босса? Не обязательно в звезде, а вот в той стороне. Вот где милики стоят, да даже давай на милика поставим на какого-то. Вот тебе звезда или что там, блядь. Вот, все стоим в одной точке. Вот, тени вы выносите, ваш маршрут. С тенями вообще не проебитесь. Вот тени выносите. Когда пакт, короче, подвигайтесь просто в этой точке. Право-лево, да, просто стрифами. На ком пакт, на ком вот этот дебаф руки вот эти появились. Подергайтесь. Просто подергайтесь, да, или прыгайте. Да, и все. Посмотрим, что будет. Ну, по сейвам все так же. Только дергаться сразу надо. Только вот зря я, наверное, метки на хилах убрал. Где вам вставать? Да мы и так все помним. Что... Ну, блять, к вам подойдут сейчас бичи нахуй на взлетке и вайпанут вас. А, надеюсь, что бичи знают, что мы там стоим на этих. Ну, точках. По шпилям маленького круга вот этого. Да, по шпилям круга вот не вставайте, и в центре еще там будет этот шектор стоять. Ну да, вот эти черепушки тут нарисованы. Я чекал готовность, нет, что-то хуй знает. Тут просто нон-стоп цепуху спамите и все, похую. Не выбираете. Через себя спамьте бидон с подушкой. Паладины там нормально должно быть. Даю отчет. Попробуем. Не, рдрушник, конечно, здесь зайдет вообще четко. Да, и Холи Прис тоже. Там все врубились, где стоять, там не стоят, как попало люди, посмотрите. Вот поближе подтянул, ладно, поближе встаньте с миликами. Да, выиграть с ТПС немножко, но еще не уронить все равно никого нельзя. Вот Шелфир. Вот он вынес, это вообще прям на грани. Смотрите, старайтесь. Эльнурио. Под левое крыло встали просто. Если укусишь. Ну, смотри, пол хп нету, как не бывало, блядь. Да, эрдрушников. Да хилы потеряют. Ну, хпсик побольше, конечно. Не, мне тоже нравится эта тактика. Но тут проебать все можно очень легко. Мы и так проебаем, ничего не попробовать. Искать никого не надо, кусать. Шалфир Песа. Эльнурио Притона укусишь. Потом после четырех уже пойдем по миликам. Еще по рекаунту буду смотреть. На взлетку там готовимся, капли, сейвы все. Вот следующие тени
10 секунд. После них будет фир. Через 3 секунды готовимся. Человека надо задиспейлить. Левой стороны держитесь. Ну, то есть от вас правая. Где две дорожки луж нету, туда бегите. Вот. Вот его задиспейлить надо. И захилить. А кису, сука, на фул хп. Давайте. Сейвы жмем. Все друиды спокойствие, быстрее дубовую, спокойствие, Геншин на хп. Работаем, работаем. Значит, притон хурюка кусаешь. Эльдурио кусаешь спирита. Шалфир кусаешь Эйю. Песа кусаешь бигдема. А в какой группе спирит, что-то не вижу. Во второй. Лужи затворят. Ну вот все, тебе, лужа под боссом. Вот тебе и тактика, нахуй, охуенная. Ну, если люди запомнят, как надо выносить, я думаю, убьется босс. Как выносить? Ну, просто вот так вот глазами смотришь, нахуй, и выносишь, нахуй. Раящиеся тени, нахуй. В дебафах там, где, блядь, знак Орды, там, нахуй. Премиум, хуемиум. Да там ДБМ в уши трещит так, что не ошибешься. Ай, Шектор, нахуй, как дела, нахуй? Меня лагануло. Я побежал, видел, но вот эти пару секунд... Когда диван кидал, тоже, наверное, лагануло, блядь. Я не кидал я диван, я тебе говорю, у меня диван не на макросах, не на кнопке. Я Подожди, стой, ты скинул скрин, где у тебя диван. Это потом, я говорю, что, то есть, это, ну, он не на кнопке, он не в хилботе, никак не нажать. Сука, чтобы его нажать, надо на цель нажать и кликнуть мышкой. Ну ты хилил меня по-любому, понимаешь? Ты просто нажал, я кликнул, тебя, блядь. Я подбежал, начал шоки раздавать. Там по времени подходит, то есть там, смотрите, в чате там ГП снимается, у него прибавляется, у него вот диван в КД. Понимаешь, что я не мог физически его нажать? Да ничего там не подходит, Лана подошла ему и тычку въебала дала. Чмок, чпок, но у меня, я шоки начал раскидывать, меня просто, ну... Ты пойми такую простую вещь. Либо ты нажал таун, что тебе Лана тычку дала, это первое. Да нет, у меня в раскладке хила таунта. Ну, по-другому не может быть. Она не может на хила пойти никак. Там не, ну, скажи, нету такого агро. Скажи тогда, почему у тебя диван в КД на скрине? Это уже второе, я показываю, что оно у меня... Ну, то есть мы второй раз ладно, делали. И я показываю, что он есть КД, показывает, когда его кидаешь. А что вы, сука, решили валик побить вместо босса, блядь? Бичи, сука.